Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня мы вяжем жилет мотивом Брунелло Кучинелли, новая коллекция жилет. Вот такой вот он у меня получился, вот такой вот он в оригинале. Своей работой я довольна, поэтому представляю вам свой мастер-класс. Все, мы начинаем. Для моих зрителей из Украины с удовольствием рекомендую продавца «Турецкая пряжа». Ссылка на аккаунт в Instagram под видео. Страничка новая, не пугайтесь, но она полностью под моим контролем и создана для того, чтобы обслуживать именно моих зрителей, которые перейдут туда, то есть чтобы можно было купить пряжу на ту определенную мою модель. Я постоянно на связи с девушкой, которая обслуживает эту страничку. Ассортимент будет регулярно пополняться, это все в будущем. На связи с вами будет прекрасная девушка Елена. Обратиться к ней вы можете не обязательно Инстаграм. У кого нет Инстаграма, под видео есть электронная почта, Вайбер, Ватсап, номер телефона. Как вам удобно, пожалуйста, обращайтесь. Это мои проверенные контакты, так что не пугаемся. Я на связи, я консультирую. Поэтому задавайте вопросы, мы с ней будем обговаривать. На вопросы, которые она не сможет ответить, в любом случае я на связи, я проконсультирую по поводу моих моделей, я имею в виду. Все последующие модели на моем канале будут связаны из турецкой пряжи. То есть из пряжи турецкого производства, для того, чтобы все могли эту пряжу в любой стране приобрести, не только в Украине. В Украине я как бы рекомендую продавца. Если вы продавец в любой другой стране этой же пряжи, пожалуйста, ко мне обращайтесь. На страничке в Instagram будут регулярные розыгрыши, лотереи на пряжу, скидки. Это все планируется, так что, девчонки, переходим, подписываемся, следим за аккаунтом и приобретаем пряжу. Не обязательно. Можно только просто участвовать в розыгрыше. В общем, следите за новинками. Все полезные и нужные ссылочки под видео в описании. Вязать будем в трех вариантах, которые будут каждый из них относиться к двум размерам. То есть первый вариант — это XS. Сейчас я после того, как напишу, я вам дам таблицу соответствия русским размерам. Мне же понятны больше вот эти вот размеры. Нам понадобится 4 мотка ниток. Второй вариант — это ML. Так как жилет у нас свободный, поэтому я сделала вот такое вот распределение размеров, потому что удобно было вписаться в узор. То есть он будет как бы и оверсайз, и при этом все-таки три варианта, как бы маленький, средний и большой. Третий вариант — XL и 2XL, на который нам понадобится 6 мотков пряжи. Сейчас про пряжу я вам все скажу. 6 мотков. Пряжу я использовала Alize Lana Gold Plus. Вот, она очень мягенькая и хорошо поддается разутюжке, как бы именно разутюжке, что в итоге получается у нас плоское полотно, при этом крупной вязки, и при этом оно очень пластичное, такое мягкое, вот падающее, которое я хотела, несколько образцов вязала, и все-таки остановилась на этой, и метраж, мне больше всего понравился метраж, вот если брать чуть поплотнее, допустим, 100 метров, 100 граммах, то уже оно получается слишком грубым. Если брать больше метров, то получается такая сетка. А нам нужна как бы и объемность, и как бы крупная вязка, и при этом не сеточка нам нужна. Поэтому вот это мне подошла больше всего. 140 метров, 100 граммах. Вы же можете, конечно же, попробовать купить другую, но хотя бы попадите в эту... метраж, вот, то есть пряжа в 100 граммах, 140 метров, то есть если берете другую пряжу, то пересчитывайте вот по моткам, чтобы не ошибиться. 140 метров, количество мотков я написала. Спицы, девчонки, использую вот из этой серии, обзор у меня есть на этот набор спиц.
Почему говорю, напоминаю, потому что девчонки спрашивают. И три вида, три размера спиц. Вот самые маленькие я использую для набора петель. Спицы номер один у нас 4 миллиметра, по-моему. Нет. 3,75. Но это здесь тут такие размеры интересные. 3,25, 3,75. Ну, в общем, я напишу 3,5, чтобы вот у кого вот таких вот размеров нет, 3,75, я пишу для нормальных размеров. 3,5 это самые маленькие. Вторые спицы. Это 6, насколько? 4. Нет, 6. Да. Это 6 миллиметров. 6 миллиметров. И третья спица, это 8 миллиметров. Вот, 8. 8 миллиметров. Так, понятно. Пряжа спицы, понятно. Плотность вязания. Тоже очень важно для начала. Если не попадаете в плотность, замените спицы на тоньше или толще, чтобы попасть в плотность, чтобы вы попали в узор, девчонки. Для кого эта наука сложна, девчонки, все-таки я сделаю этот совместник из сопровождения. То есть те девчонки, которые не уверены в своих силах, свяжем вместе. Конечно, не бесплатно, но за символическую цену. Я просто хочу этот формат. Плотность вязания в 10 сантиметрах, 10 петель. Вот видите, как удобно. Это в ширину и в высоту 10 сантиметров, 15 рядов. Резинку я не мерила. Вот резинку как раз и не важно, там плюс-минус, то есть вы будете вязать спицы тоньше, в любом случае она будет плотнее. Важно попасть вот в эту вот плотность, вот, чтобы у нас все получалось. То есть если смотреть, девчонки, по сантиметрам вот здесь вот у нас будет, это я уже вяжу и доснимаю этот кусок, я потом просто его подставляю, то у нас сантиметры равняются количеству петель вот здесь вот. Что тоже, я же говорю, в нашем случае очень удобно, важно попасть в плотность. Так, по поводу материала, все, девчонки, еще игла, конечно же, нам понадобится. Ссылку на спицы я оставлю в описании. Ссылку на обзор на эти спицы тоже оставлю в описании. Кто не видел еще, популярное достаточно видео, поэтому, я думаю, оно вас заинтересует. Ссылку на пряжу в Украине я тоже оставлю под видео в описании. Продавцы в России, пожалуйста, обращайтесь. Кто торгует такой пряжей, обращайтесь, с удовольствием оставлю ссылочку для девчонок. Итак, девчонки, все у нас начинается с резинки и с двух видов спиц. Резинка у нас, смотрите, вот такой вот фабричный набор петель, упрощенный. Итак, набираю я этой спицей тонкой. Оставляем достаточное количество нити, чтобы потом изшивать ее, чтобы у нас не было узлов. Я здесь вот не оставила, смотрите, на спинке. Итак, количество петель. XS, S, M, L, XL, XXL. Вот оно. Так, 57, 75, 93. Я вяжу средний размер, 75 петель я набираю. То есть здесь у нас 3 раппорта, здесь у нас 4 раппорта, здесь у нас 5 раппорта. Вот так я распределила петли, количество петель, чтобы у нас все ромбы совпадали. В случае, если вы вяжете в круговую, что тоже возможно, вы набираете двойное количество, не так, вы знаете, что делаете. Здесь у меня добавлено 3 петли, для 2 кромочные и 1 петля для симметрии. В каждом этом числе вы от этого числа отнимаете. Сейчас давайте я вам посчитаю один пример, или давайте я вам просчитаю. Если в круговую, то это 180, здесь у нас 144, и здесь у нас 108. Итак, если вы вяжете в круговую, я вот здесь вот напишу, здесь у нас 108, 144 и 180 петель. То есть это будут раппорты в круговую, непрерывные вот эти вот красивые ромбы. Все у вас будет красиво,
равномерно и это. Я же вяжу для новичков, показываю, поэтому две детали отдельно, не усложняясь. Это я вам просто пометочку посчитала петли. Я набираю 75 петель на переднюю деталь. Набираем. У меня есть видео, оставлю ссылочку тоже под видео в описании. Вот этот набор петель. И быстренько показываю. Называется он качели. О. Так, на этот набор петель я тоже ссылочку оставлю под видео, там разберетесь помедленнее. Так, показываю. Я думаю, вы его знаете. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, десять, пять. И теперь, вот смотрите, эту надо мне последнюю. Я держу пальчиками и завязываю узелок, чтобы у нас не распустилась. Вот такая у меня нитка. Хоть здесь у меня получилось оставить. Так, и теперь уже беру вот эти вот спицы 6 миллиметров и вяжу ими. Вяжу ими по узору. Здесь мы смотрим, первую петлю мы снимаем. Здесь видно, видите, вот как развернута петля. Здесь, правда, темные нитки не очень видно. Посмотрите мое видео, там подробно я рассказываю. Здесь узелок изнаночная. То есть при этом наборе видно, где вязать лицевую и где вязать изнаночную. И за счет этого получается вот этот вот эффект фабричного набора, достигается очень простым методом. Все, и я вяжу резинкой 1 на 1 высоту. 14 рядов, 14 рядов для всех размеров. Вот сейчас я вот эту тонкую спицу, она мне больше не нужна, она только для набора петель, чтобы это тоже, кстати, совет подписчиков, чтобы край не был растянут. Так, далее мы переходим. Вот, девчонки, моя резинка, 14 рядов. Далее мы переходим на основной узор и на спицы 8 миллиметров. Итак, у нас раппорт состоит из 18 петель. Помню, я думаю, вы смотрели первое видео, где я узор разбираю. Значит, вот эта вот петля у нас для симметрии. Ее мы сейчас будем вязать вот эти 18 петель до конца ряда. Для размера XSS у нас получается 3 раппорта по 18 рядов. Для размера ML, который у меня, 4 раппорта. И для размера XL, XXL 5 раппортов по 18 петель. То есть я сейчас вяжу вот по раппорту. Лицевая, 2 изнаночные, 3 лицевые, то есть все по узору, накид 2 вместе. Узор вы должны были разобрать уже, как бы разобраться с ним. 3 лицевые, 2 вместе, накид 3 лицевые. Две изнаночные. И теперь вот у нас последняя, вот эта вот лицевая, но мы ее не берем в расчет. Вот две изнаночные я закончила и перебираюсь снова, перехожу в начало раппорта. Лицевая. Две изнаночные. Здесь вы можете пометить маркером конец раппорта, начало следующего, чтобы не путаться, да. Для тех, кто новичок, вот перед вот этой вот лицевой обозначьте маркером. Ну, спицы тонкие, толстые, маркер не всякий сюда подойдет. Поэтому можно будет просто ниточкой какой-то цветной обозначить. Итак, вот все раппорты. Вот кто путается, для вас будет проще обозначить все раппорты, чтобы, если вяжете по схеме, не отрываясь от схемы, то вам, конечно же, лучше обозначить, чтобы не сбиться. Вот. Кто разобрался с узором, то, я думаю, у вас проблем не будет. Кто
кто вяжет в круговую, все точно так же, обозначаем рапорты, можем не обозначать. Вот третий раппорт у меня. Я снова здесь опять вот двумя изнаночными я закончила. Здесь маркер цепляете. То есть все секторы обозначаете, кому неудобно, кто путается. Остальные можете не обозначать. Вот в круговую точно так же, только в два раза больше мы по кругу. И тоже у нас непрерывные вот эти рапорты. И вяжем далее по схеме. Вот между маркерами у вас будет вот эта вот схема. Эта петля у нас только для конца. Она будет здесь в конце вязания. И все. А в рапорте она не участвует. Вот, смотрите, 2 изнаночные у меня в конце ряда. И вот эта петля для синхронности. Вот она, конец у меня одна петля и начало, вернее, лицевая петля начала, лицевая петля конец. Чтобы у нас везде было все одинаково. Теперь я далее продолжаю свое вязание по узору вверх до проймы. До проймы у меня и у вас, соответственно, будет... как минимум один раппорт, вот этот вот, один ромб. У меня их 1,5 до проймы. Поэтому этим ромбом вы здесь можете корректировать это все дело. То есть вот здесь вот корректировать высоту, длину нашу. Итак, девчонки, как я уже сказала, на этом этапе мы можем регулировать длину. Вот сейчас в неразутюженном виде я вам измерю, сколько. То есть провязала я 1,5 раппорта. Вот смотрите, один ромб и половина. Здесь вы можете связать один ромб. Здесь вы можете 2, если хотите совсем уж длинный. 27 сантиметров до резинки. И резинка у нас 7 сантиметров. Давайте я здесь напишу, что резинка у нас 7 сантиметров, 14 рядов. Далее мы вязали ровненько. Я буду писать здесь размеры, девчонки, в готовом виде. То есть я сейчас измерю разутюженную деталь. У меня здесь спиночка. И напишу вам, сколько сантиметров. Так как резинка у нас не разутюживается, то я пишу. Так, 34 сантиметра у меня здесь, если разутюжить, да? То есть, сейчас мы все с вами проговорим. 34 сантиметра. Если вы хотите короче, то значит от общей длины вот здесь вот регулируйте. Вы можете связать 25, допустим, сантиметров, и у вас будет один раппорт у нас в высоту. 23 сантиметра. Один раппорт. Ой, здесь я ничего не пишу. То есть вы сможете, можете связать 23 плюс 7. Это будет 30 сантиметров вместе с резинкой. Здесь у нас 41. То есть в любом случае не обязательно один раппорт. Можно даже меньше, можно больше. То есть регулируем здесь. Значит, что мы сейчас будем делать? Изначально я думала, что этот жилет у нас без проймы, но нет, он с проймой, девчонки. И достаточно глубокая. Половина раппорта у нас уходит, вот, если присмотреться на фотографии, то есть вот эти вот петли, вот, нам нужно сократить, убрать. То есть это уходит у нас на пройму. Сокращать мы будем в каждом лицевом ряду по одной петле. 9 петель. Вот они. Таким образом, сейчас я вам покажу. Это для всех размеров. То есть, когда вы довязали до проймы и определились с длиной общей,
То есть уже до проймы вы эту длину должны были откорректировать. Мы вяжем вот таким вот образом. Кромочную снимаю, после кромочной 2 петли вместе провязываю. Далее я вяжу по узору. Здесь не забываем, девчонки, что эти 2 вместе не нужно компенсировать накидом. Поэтому далее вяжем наш основной узор там, где вы остановились. Вот здесь у меня. Ой, здесь у меня, вот видите, я уже сделала ошибку. Я не провязала 2 вместе. То есть этот накид у меня не компенсирует. Здесь у меня по узору 2 вместе. Потом накид 3 лицевые. То есть вот эти 2 вместе у меня относятся к этому накиду, а эти 2 вместе это сокращение. То же самое будет в конце вязания. Здесь я нахожусь на 15 ряд сейчас у меня. Вот как раз вот эти 2 лицевые я провязала. Но у вас не обязательно, потому что вы можете быть не в 15 ряду, а где-то в другом месте. Почему мы сокращаем 9 петель? Потому что у нас пол раппорта, еще раз повторюсь, девчонки. Это для того, чтобы узор у нас потом красиво лег, так как в оригинале. Вот в конце я вяжу по узору, у меня 15 ряд, накид 2 вместе, и остается 2 лицевые, накид 2 вместе, и остаются 2 лицевые, которые я тоже поворачиваю и провязываю 2 вместе с уклоном вправо. Изнаночный ряд без изменений, в лицевом ряду точно так же следим за узором. По узору каждый накид компенсируем сокращением, сокращение мы не компенсируем накидом, получится у нас сокращение. И так 9 раз, 9 сокращений. Так, итак, что у меня происходит на этом этапе? Вот смотрите, я сократила 9 петель, ровно половину раппорта. Сейчас я нахожусь вот здесь вот. Вот она половина сокращена, вот так вот плавненько. Далее я вяжу ровно. Это мы вяжем для всех размеров. Всего, ой, улетела, видите у меня. Всего, чтобы было 2,5 раппорта вверх. Сейчас у меня их 2. И начался половинка. Вот до конца завязать эту половинку раппорта. Чтобы было 1, 2 и половинка ровно. Смотрите, я провязала до конца раппорта. Вот она моя пройма. В сантиметрах все измерим, потом покажу. И вот я сейчас здесь нахожусь. Это передняя деталь. И мы сейчас, что будем делать? Мы сейчас делаем горловину, вырез начнем делать. Вот этот вот скос для горловины. Все мы сейчас будем вязать незаконченными рядами. И сделаем вот этот вот скос рукава. Здесь у нас будет ровно, а здесь будет скос. Вот, чтобы он у нас красиво падал. Что-то опять я кривенько нарисовала. Ну, в общем, это все мы будем делать незаконченными рядами. Таким образом. На данном этапе, девчонки, у вас должно остаться, вот сейчас после вот этих вот сокращений проймы, у вас должно остаться 39 петель для первого размера, 57 петель, что является у меня сейчас на данном этапе, 57 петель, и для большого размера 75 петель. Вот. Будем отделять средние петли. Здесь тоже мы не закрываем петли, мы просто оставляем открытыми. Я не хочу делать уплотнение для горловины. Я не знаю, как связан оригинал. Я же сделаю цельновязанную горловину, чтобы все было максимально аккуратно. Да? Потому что пряжа толстая, чтобы не было разных закрытых петель, вот этих уплотнений, усложнений. Значит, здесь по центру мы оставим петли. А здесь будем оставлять по одной петле незаконченными рядами. Здесь мы будем делать то же самое, по одной петле незаконченными рядами оставлять. Так, сколько же? Сколько?
Мы здесь 7 петель для маленького размера, 9 петель для моего размера и 11 петель для большого размера. То есть отличаться по 2 петли центральная часть будет. Так, я, конечно, попытаюсь использовать маркеры, но они на этих толстых спицах не продвигаются. Как-то сейчас попробую. Теперь считаем, сколько у нас здесь будем. Давайте я посчитаю, чтобы уже нам. Итак, центральная часть, вот эти 7, 9, 11. И здесь у нас 16, 24, 32. Здесь 16, 24, 32. Вот эти вот боковушки у нас получаются на данном этапе. Итак, я вяжу свои 24 петли. Раз. По узору. Выполняем узор, продолжаем выполнять. Очень мягкая пряжа и приятная, девчонки. Я не ошиблась, я довольна, что я ее выбрала. Так, а считать забыла петли, сейчас посчитаю. Раз, два, три, четыре, пять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. 24. Цепляю маркер. Ну, кое-как, конечно, продвигается. Ничего, справимся. Нам недолго. Так, здесь мы вяжем 9. Ну, а вы, соответственно, своему размеру, при этом не забываем вязать узор. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9. Вот теперь смотрите, девчонки, вот здесь вот перепроверьте, у вас эти петли, либо 7 должно быть вот так вот, 9 должно быть вот так вот, и 11 должно быть еще с вот этими двумя вместе, чтобы точно по центру у вас находился этот узорчик, потому что это горловина, это узор. Кстати, узор, у кого короче, вернее, это только у меня здесь вот, ну, как бы вот эта часть ромба широкого, у вас же будет вот конец, потому что у вас симметрия другая будет, у вас будет так, как в оригинале. Это мой размер, не попадает в оригинал. Ваш же, если он меньше или больше, попадает. А если вяжете точно так же, как и я, вот этот размер, значит, вы попадете. Вы должны попасть. Вернее, у вас будет так, как у меня. Даже не застегивается маркер. Так, ниточку надо. Здесь 2 вместе, здесь должно быть 24. Так, здесь, смотрите, здесь мы будем вязать незаконченными рядами по одной петле. Одна петля. Не, здесь мы будем вязать незаконченными рядами по 2 петли. Видите, у меня изменения. Я сначала говорила, что по одной, нет, все-таки по 2. Здесь у нас будет по 2 петли, а здесь у нас будет по одной петле. Вот 2 петли я не довязала, поворачиваю. Делаю вот такую вот воздушную петлю, потом мы будем ею соединять и вяжу обратно. Здесь, не довязывая до маркера, я тоже одну петлю оставляю, не довязанной, поворачиваю. Здесь делаю тоже воздушную петлю и вяжу обратно. Здесь вот обратите внимание, нам нужно сделать накид. Вот здесь вот, а 2 петли вместе у нас нет, значит, мы его не делаем. Мы делаем от половины раппорта. Здесь уже, потому что здесь будет 2 вместе. Так, здесь следующие 2 петли, видите, вот эту мы не считаем, мы считаем петли основного вязания. Поворачиваем, делаем воздушную петлю и вяжем.
Все-таки слетел у меня маркер. Здесь смотрим внимательно. Вот у меня незаконченный ряд. Это воздушная петля. Здесь мы одну оставляем. У горловины одну, у плечика две. Здесь вяжем по узору. Кстати, уже здесь две петли, да? Здесь вот две петли оставляем. Здесь видно, да, раз, два, сейчас. Так, здесь что у нас? Здесь по одной. Видите, мы уже приближаемся почти верхушке. Еще пару раз, вернее, наверное, один раз. Сейчас посмотрим. Так, так, так. Вот оно. Значит, что у нас выходит здесь? Раз, два, три, четыре. Ряда здесь, вернее, 4 незаконченных, да, 4 4. Вот он, одна дырка, вторая, третья, четвертая, ну и дырка то по сути пятая, их 5 рядов, только вот этих вот штучек 4. Здесь по 2 петли, раз, 2 3 4 5. Все правильно, там 5 и там 5. Просто там свалился маркер и не видно. Значит, сейчас я по узору, вот сейчас уже когда 5, кстати, я напишу. Значит, здесь у нас 4 5 и 6, это количество вот этих вот незаконченных рядов. Здесь то же самое, 4 5 и 6. То же самое будет и здесь. Понятно. Мы вяжем до того момента, пока у нас вот здесь вот 1 2 3 4 5. Это в моем случае уже должно быть ваше число. Здесь лицевую, вот они, воздушные петли, мы их соединяем при помощи их. Так, теперь смотрим, девчонки. Здесь у нас 1 2 3 4 5 6. Итак, здесь у нас для каждых размеров должно быть 5 6 7 незаконченных рядов. 1 2 3 4 5 6. Вот он, 6. И я поворачиваюсь. Сейчас соединю горловину и перейду на ту сторону, на вторую полочку. Так, здесь вот я соединяю, вывязываем 2 вместе, воздушная петля со следующей петлей я провязываю, чтобы не было дырок. Я сейчас вяжу до конца ряда. И оставляю здесь 2 петли. Раз, два, недовязанный ряд. То есть начинаю делать незаконченные ряды. На плечике это 2 петли, а у горловины по 1 петле. Так, здесь накид не делаю, потому что не будет сокращения. Здесь оставляю 1 петлю до маркера. Там он у нас слетел. Здесь, я надеюсь, хотя бы здесь будет видно, что у нас происходит.
красную петлю не забываем. Так, тут две петли не забываем, девчонки. Я уже провязала. Вот она у нас незаконченная. Поворачиваемся. Так, раз, два, три, четыре, пять. Мы уже приближаемся благополучно. Отлично, значит, здесь у нас уже 5, а здесь осталось сделать 6-й последний раз. Вот на плечике. Еще раз, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот, все правильно. Так. И теперь мы будем соединять это все дело. Вот 6-й раз я сделала на плече, у нас получился вот такой вот прекрасный скос, чтобы у нас не было там ничего лишнего. И сейчас просто соединим это все дело. Здесь я пытаюсь еще связать на плечике остатки узора. А, нет, неправильно. Так, здесь мы соединяем. Так, что я делаю? Я эту петлю дополнительную ставила у лицевой петли сзади, чтобы красивее было. У изнаночной это не обязательно. Так, здесь у нас лицевая, значит, мы ее вообще непонятно, как это все произошло. Сейчас один. Так, значит. Вижу, здесь еще сделал накидик, чтобы у нас все было красивенько. Здесь не буду, потому что у меня здесь не будет. В общем, я сделала по центру вот два накида, видите. Так, значит, что хочу сказать. Такая горловина получилась у меня, у вас же там будет чуть по-другому, вернее, ну, по-своему, соответственно, размера. И либо на 2 ряда меньше, либо на 2 ряда больше. Вот так вот скажу. Мне нужно здесь сделать накид. Смотрите, видите, здесь я когда соединяла, оно получилось вот так вот. Я здесь сделала, чтобы хоть как-то этот узор чуть-чуть сопоставить. Здесь я тоже соединяю вот эти вот незаконченные ряды. Лицевую я ставлю поверх дополнительной.
Так, здесь изнаночная я не меняю местами. Боже, девчонки, как жарко. Как жарко. Я не знаю, как у вас, у нас больше 30. Так, теперь еще изнаночный ряд. Вот эти петли мы соединим, и все, мы работу оставляем. Переходим к спинке. Так, я присоединила другой клубочек. Итак, передняя деталь у нас готова. Что касается... Сейчас покажу. Оно сейчас, конечно, не разутюжено, оно не совсем хорошо видно. Потом у нас все нарисуется. Значит, вот у нас скос плеча. И вот у нас здесь... Да, видно. Вы знаете, видно. Вот у нас горловина. Разутюжится, все еще уляжется. Так. Далее, далее. Вот она, как пройдет. Далее я делаю спинку. Что я делаю со спинкой? Я делаю то же самое, кроме горловины. Ой, у меня слетели петли. Ну да ладно, про петли не будем. Спинка у нас будет выглядеть вот таким вот образом. Вот, то есть дублируем только вот эти вот плечевые швы, о, плечевые скосы. Вот чтобы Вика нарисовала ровно, такого быть не может, девчонки. Так, значит, мы здесь 5, 6, 7. По 2 ряда. То есть мы вяжем вот, по 2 петли. Таким вот образом, в конце каждого ряда мы оставляем. Теперь не путаемся 1, 2, 1, 2. Теперь по 2 петли. 2, 2, 2, 2, 2. То же самое здесь. Это количество раз. Я вяжу свою среднюю. Так, и в изнаночном ряду со второй стороны я соединю, и все, мы сшиваем. Конечно, вот этот скос можно не делать, девчонки, кому совсем тяжело. Не делайте, сделайте ровное плечо, просто оно уже не будет так красиво, естественно, ложиться. Понимаете, вот в чем дело. Его можно, конечно, сделать. Ровно. Ничего страшного, вот, вот здесь вот. То есть, чтобы вам не заморачиваться, вот этот угол можно не делать. Просто закрыть все петли и все. Просто, конечно, потом там в районе проймы всегда делается такая некрасивая складка, если плечо ровное. Ну, кому это не мешает, да и ладно, пусть будет. Либо кто не хочет, потому что действительно делать эти незаконченные ряды не очень удобно, когда вяжется узор, да. Забыла, что надо лицевую. А, это же у нас изнаночный ряд, так что здесь у нас все равно. То есть я сейчас соединяю это дело. Вот здесь у нас пошли лицевые ряды. То же самое, то есть чтобы нарисовался ромбик. Так, теперь что касается плечевых швов. Вот. Здесь у меня вот такая вот конструкция. То есть только скосы плеча. Теперь сшивать я буду крючком. Складываю лицевыми сторонами вовнутрь. Вот здесь у меня я оставила ниточку подлиннее. И сколько же петель у нас будет. Значит, горловину нам нужно нарисовать.
потому что там уже порисовано по передней детали и горловина по задней. И сколько у нас уходит на соединение вот этого плеча. Это сейчас мы сейчас все будем считать. Ну тут я, конечно, неправильно нарисовала. Тут у нас горловина идет вот так вот ровным. Ровная полоса. Ну, да не важно. Значит, сначала плечо мы закрываем. У меня, значит, здесь 57 петель. 9. Здесь у меня 5, 5, 10. 19. Итак, что у меня тут получается после подсчетов? Значит, плечевой шов, плечевая линия, которую мы закрываем сейчас, это 12 петель, 19 и 26 для всех. 19 и 26. То есть для всех размеров. Здесь по горловине остается 15, 19 и 15. Ой, боже. 9, 9, не 15, 9, 11, 23. Здесь 23, девчонки. Я что-то какие-то 15 непонятные нарисовала. 23 здесь для большого размера петли. Так, что я делаю? Я беру вот так вот лицевую часть и вперед и спинку. И закрываю эти петли. Сколько? 19 в моем случае. У меня такой маленький крючок, к сожалению, но я буду свободненько. Сначала беру по одной петле с каждой стороны и считаю ее. 1. Теперь у меня будет по 3. 2.19. Вот, одна петля у нас осталась, мы ее одеваем пока. Вот такое вот плечо. Как раз визуально я вижу, просто шикарно получилось на мой размер. Еще здесь горловина, здесь обвязка, вообще бомба-ракета. Так, теперь переходим во вторую сторону. Здесь у нас вторая нить, которая у нас. Так, откупка. Здесь у нас вторая нить, которая идет от клубка. И мы делаем то же самое. Мы, это не она, вот она. Мы закрываем 19 петель, одновременно сшиваем. То же самое. Берем сначала по одной петельке, провязываем. Теперь по 3 будем. 2, считаем. 3. 4. Итак, девчонки, по горловине у нас должно быть 40 петель, потому что здесь у меня 19, здесь 19 и по одной, которой мы переодели. Сейчас я буду вязать спицами 6 миллиметров, значит, общее количество, давайте еще разберемся, у нас по одной здесь дополнительной 30, вот, у нас, значит, 40 петель для моего размера. 32, 32 для S, ну, для первого раза, XSS, и 23, 46, 47, 48 для большого размера. Вот такие вот цифры у вас должны быть по кругу, по горловине. И сейчас мы вяжем наши 7 сантиметров, 14 рядов. Можно, возможно, я буду вязать больше. Перехожу на вот эти вот спицы тоньше, вяжу резинкой 1 на 1 по кругу. Вот здесь вот у нас рабочая нить от клубка, ей мы и вяжем, а вот эту нить присоединим.
вот таким вот образом. Все, девчонки, я вяжу. Головину вверх. Итак, девчонки, провязала я высоту. Сейчас, по-моему, больше. Это у меня уже 9 сантиметров. Ну, это у меня уже я его разутюжила, как бы. И горловинку разутюжила. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, 14 рядов. 9 сантиметров вышло у меня, потому что я разутюжила. Вот. И иголочкой закрываю резинку 1 на 1. Девчонки, теперь мы сшиваем боковые швы. Вот один я сшила, вот так вот у нас выглядит боковой шов. Да, здесь две вот эти вот как бы центральные полосы, но я думаю, это не страшно. Прекрасно он прячется, вот так вот он выглядит. И я надеюсь, вы оставили вот при наборе побольше ниточку, не так как я вот здесь вот у меня, посмотрите, вот этот узелок бессовестный. Так. Как же я сшиваю? Значит, сначала я вот пару стежками буквально присоединить края, просто чтобы здесь не расходилось так вот крепенько друг к дружке. Так, теперь мы ищем кромочную. Вот она, смотрите, в одну кромочную захожу, со следующей выхожу. То есть подхватываю там за кромочные, вот они. Просто протягиваю. Теперь за следующую. Таким образом мы продвигаемся, следим, чтобы у нас ничего не, ну, это надо изначально ровненько как бы соединить, потом оно уже автоматом будет ровненько. Просто единственное, что чтобы не попасть в одну и ту же кромочную, следим, чтобы мы цеплялись за следующую, и тогда все будет ровненько. Шьем до проймы, вот так вот получается с лица, с изнанки, ну, классический шов. Так, вот мы доходим, смотрите, до верха. Вот, видите, вот здесь вот у нас уже пошла пройма. Вот, расширение. Мы вот до этого места дошиваем, и все, и останавливаемся. Далее мы не продвигаемся. Все. Вот я дошла до проймы, здесь я сделаю вот так вот пару стежков, закреплю это все дело, сделаю узелочек, еще один, так, и ниточку увожу по вот этому шву туда вниз в изделие и обрежу. Так, вот он второй наш шов. Еще я здесь подутюжу, чтобы было красивенько. Видите, ромбик весь сходится, все ложится прекрасно. Далее я снова беру спицы 6 миллиметров и набираю здесь петли по пройме. Каким образом? Значит, так, первая петля будет у меня здесь вот в центре
прям сошла. Далее вот смотрите, кромочные мы набираем один раз из кромочной, второй раз вот между кромочными, смотрите, я цепляю первую, вторую, вторая петля, то есть я набрала и третья из кромочной, одну из кромочной, между кромочной и из кромочной. Далее вот эту между я пропускаю и снова из кромочной, между и из кромочной. То есть через раз, один раз в промежутке я набираю отсюда петлю, один раз нет, здесь нет, значит кромочная, между, еще одна кромочная и так далее, и так по кругу. Итак, смотрите, набрала я 54 петли у меня, девчонки. Следим за тем, мне пришлось одну петлю здесь вот подтянуть отсюда. Следим за тем, чтобы число петель было кратно 2, да, потому что у нас резинка 1 на 1, вот ниточка, с которой я начинала. И вот теперь вот мы будем вязать резинкой 1 на 1, с единственным нюансом, вот здесь вот первую петлю, которую я вытащила из бокового шва, она должна быть изнаночной, она будет ведущая, мы здесь будем закрывать по 3 петли в каждом втором ряду через ряд, то есть сейчас я ее просто провязываю, а в следующем ряду закрою. Вот. Но это буду делать. Боже, я опять уехала. Значит, девчонки, вот она первая петля изнаночная, дальше пошла лицевая, вот, то есть вот эта вот петля у меня будет потом как бы центральная, по бокам от которой я буду закрывать, то есть это будет как, знаете, зачем, чтобы не торчало под рукой, чтобы все было аккуратненько, как делается вырез, да, горловины V-образный, вот по тому же принципу мы сделаем нашу пройму, чтобы все у нас было красиво, и вяжем сантиметра 3, я смотрела, там совсем немножечко провязано у них, хотя можете сделать как захотите, можете сделать пошире, это уже на ваше усмотрение. Я не знаю, сколько, я вам сейчас все скажу, сколько я провяжу как бы эту пройму, сколько я провяжу рядов, вам обязательно озвучу. Пряжей по итогу, девчонки, я довольна, достаточно бюджетно и как раз выглядит максимально приближенно. Конечно же, можно какой-то кашемирчик использовать, бобинную пряжу смотать, это вы все можете использовать. Вот. Так, и вот смотрите, вот она наша изнаночная центральная, нет, не она, вот она. Так, то есть вот ниточка и потянулась с изнанки. То есть я провязала 3 петли вместе, изнаночная, вот центральная петля, которая у меня была из шва. И теперь вяжу, теперь уже один круг без убавлений. И через круг сделаю еще раз. Всего, наверное, раза 3 у меня будет этих убавлений. Так, девчонки, провязала я всего 6 рядов. И теперь барабанная дробь. В первый раз в жизни я закрываю петли иглой резинку. Девчонки, я боялась всегда этого, не знаю, как огня боялась этого метода. Почему-то мне казалось это сложно и не получалось у меня. И, если честно сказать, я не особо пробовала. Я
просто пару видео посмотрела, да, и мне показалось сложным, да и не пробовала. В этот раз уже мое сознание решило, что все-таки здесь, кроме этого способа, никакой другой не подходит. Поэтому я все-таки решила этот способ научиться это делать. То есть закрывать петли при помощи иглы. Резинки один на один. Получается безумно красиво. Я теперь, ну как и обычно, человек, если чего-то боится, а потом научится, потом смешно, почему не научилась раньше. Вот смотрите, какая прелесть получается. Практически идентично с наборным краем. Все очень красиво. Значит, как мы это делаем? Оставляем нить. Как говорят, в три длины нити. Ну и плюс вот на узелок и на продевание в иглу, вот я примерно оставила, хотя лучше делайте больше запас. Кто знает, промотайте это. Я думаю, многие знают, это я же говорю к моему стыду. А кто не знает, смотрите. Показываю для тех, кто не знает. Значит, первые две петли мы снимаем вот так вот на иглу и протягиваем. Так, далее. Нам нужно вернуться вот в эту вот лицевую первую и вводим иглу сверху вниз в эту петлю. Далее петля со спицы снизу вверх. То есть здесь, вот если развернуть эту петельку вот так вот, мы продеваем вот так вот, прокалываем как бы. А здесь мы продеваем сзади, снизу вверх. То есть сзади вводим иглу. Наоборот. И снимаем. Теперь мы возвращаемся вот в эту изнаночную петлю. Вот смотрим, где она у нас. Вот она у нас. Здесь тоже сверху вниз прокалываем. А здесь одеваем. Вы наоборот. Это в круговом вязании. Если вот так вот, то вот, если повернута петля, то вот таким вот образом. И протягиваем. Здесь снова, вот здесь вот смотрите аккуратно, не спешите, вот она петля, потом подтянем сверху вниз, эту, снизу вверх. На изнаночной чуть, как бы, если смотреть с этой стороны, то не так, сейчас изнаночную и снимаем петельку. Здесь вот изнаночная, я отворачиваю как бы наизнанку. И в лицевую, если вот мы делаем то же самое практически, ну с изнанки, вот мы сюда прокалываем сверху вниз, а здесь вот снизу вверх. Ну только если смотреть с изнанки. И снимаем, продеваем. Вот, все, девчонки. Напишите, у кого еще страх был перед этим способом, точно так же, как у меня. На самом деле просто и быстро. Понять систему, и все очень быстренько, зато потом же красота какая. Вот таким вот образом я закрываю все петли, и в принципе жилет наш готов. Уже я его, кстати, девчонки, одевала, уже я довольная, как слон. Мне очень нравится. Здесь регулируем натяжение, чтобы было все красивенько. Таким образом закрываю все петли. Так, девчонки, жилет наш готов. Вот, давайте пройдемся по размерам. Длина нас интересует, да? Мы знаем, что ширина у нас равна количеству петель, при том уже в разутюженном вот таком вот разложенном виде. Этот жилет, он потом вот обвисает по телу, он будет уже, но у него будет свобода вот этого движения. Так, что касается длины, по сути. В оригинале, если будете вязать так, как я, то у вас должно получиться 67 сантиметров. Это совсем-совсем, не считая горловины, да, от низу до верху. 67 сантиметров. До проймы 1,5 раппорта у нас снизу. Это 37 сантиметров, вот здесь вот 37 сантиметров. И от проймы до скоса
23 сантиметра, то есть вот здесь вот, вот эта вот часть, вот там видите, видите, 23 сантиметра, остальное у нас на скос уходит, 7 сантиметров получается, да, на скос. Вот ориентировочно так. Если, допустим, у вас один раппорт внизу, то у вас будет вместе с резинкой 28 сантиметров. Здесь 28-29 сантиметров приблизительно, потому что вот так вот. Это по поводу размеров ориентировочных. То есть длину уже корректируйте сами, я говорила, на вот этом вот участке. Ширина у нас сколько петель, сколько сантиметров. Все, девчонки, в принципе, все. Что хочу сказать по поводу совместника. Девчонки, оставлю WhatsApp на меня. Совместник будет проходить в закрытой группе в WhatsApp. Вот, я вам буду все время на связи. Потом договоримся о такие подробные информации. В общем, пишите в WhatsApp. Еще вот. Ссылку на свой WhatsApp я оставлю, это лично мой, поэтому туда пишем только по поводу совместника. По поводу пряжи пишем на Instagram, либо на другой номер. Вот сколько пряжи я сказала. Ну, в принципе, все, девчонки, я с вами прощаюсь. Кто придет на совместник, милости просим, буду рада вас видеть. Поучимся вместе, я чему-то научусь, вы чему-то научитесь. Я думаю, будет весело. Вот, все, девчонки, на сегодня все. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.